Доброе утро, друзья! Я приветствую вас сегодня с площади Святого Петра. Сейчас 7 часов утра. Я стою в очереди, чтобы пройти через рамку металлоискателя и зайти в собор Святого Петра. Перед началом рабочего дня у меня есть немного времени. Чтобы пройти в собор Святого Петра или подняться на купол собора Святого Петра, необходимо пройти рамку металлоискателя. Территория Ватикана всего лишь 44 гектара, и 20 гектаров – это сады Ватикана. Я советую вам, кто будет в соборе Святого Петра, подняться на купол, чтобы полюбоваться красотой двух государств. Территория Ватикана настолько маленькая, что ее можно охватить одним взглядом с высоты птичьего полета, а виды, которые открываются с купола, просто незабываемые. Собор Святого Петра строили при 18 папах, от папы Юлия II до папы Павла V, который, кстати, вписал свое имя на фасаде собора, и при 12 архитекторах. Перед входом в базилику мы попадаем в большой портик. Он украшен орлами и драконами, символами папы Павла V и лепниной со сценами из жизни святого Петра. Строительство нового собора, в который мы сейчас с вами заходим, началось в 1506 году при папе Юлии II на месте старой Константиновской базилики, которая была возведена в IV веке и простояла до 1506 года, а потом ее постепенно начали разбирать. Когда зайдете в собор Святого Петра, остановитесь, осмотритесь и поверните направо, чтобы не пропустить замечательную скульптуру Микеланджело «Пьета» «Оплакивание Христа». Эта скульптура сейчас находится за бронированным стеклом, так как в 1972 году 34-летний австралийский геолог за несколько секунд нанес молотком 15 ударов по скульптуре и еще кричал: «Я есмь Иисус Христос, воскресший из мертвых!» Прежде чем его схватили и обезвредили, Пьета получила очень серьезные повреждения, особенно Мадонна. Была отбита левая рука Мадонны, был поврежден нос, покрывало отколото. После этого скульптуру сразу же увезли на реставрацию, отреставрировали, после чего ее поместили за бронированное стекло, чтобы такого вандализма больше не повторилось. Обязательно остановитесь и рассмотрите эту великолепную скульптуру, которую Микеланджело выполнил в 24 года. И это единственная его работа, которая была подписана. С правой стороны от Пьеты Микеланджело находится святая дверь. Эта дверь открывается только раз в 25 лет. В 2025 году будет очередной святой год, и святые врата будут открыты на целый год, для того, чтобы мы прошли через них и очистились от грехов. Первый святой год был объявлен в XIII веке. Святые врата открывали раз в 100 лет, потом раз в 50 лет, раз в 33 года по числу прожитых лет Иисуса, и сейчас святые врата открывают раз в 25 лет. Кто попадает в собор Святого Петра первый раз, тому, конечно же, очень сложно понять, каких размеров здесь скульптуры. Вот, например, статуи ангелов. Если смотреть со стороны двери, они кажутся не больше ребенка. Но когда мы подходим ближе, то они на самом деле очень большие. Их размер 2 метра. Вот такие двухметровые пухлые ангелочки. Они были созданы в первой половине XVIII века. И бронзовый балдахин или кивари, сделанный Бернини, от дверей тоже смотрится небольшим. А ведь его высота 29 метров, а это почти 10-этажный дом.
Проходя по главному нефу длиной 186 метров, можно увидеть отметки на полу. Эти отметки подсказывают нам протяженность нефов других главных храмов мира. Здесь можно увидеть отметку собора, который находится в Лондоне, во Флоренции, в Милане, Париже, Праге. Через главный алтарь просматривается апсида, это тоже работа Бернини. Только с близкого расстояния можно рассмотреть тонкое переплетение мрамора, позолоченной бронзы и лепнины. Мы еще туда подойдем с вами, чтобы немного рассмотреть его. Именно здесь, под балдахином, находится захоронение святого Петра. Герб папы состоит из двух перекрещенных ключей, и над ними возвышается папская тиара. Чуть ниже мы видим пчел, это символы рода Барберини. И получается, что это герб папы Урбана VIII. А под ключами мы еще видим голову женщины. На первый взгляд все панели выглядят одинаково, но если присмотреться повнимательней, то можно заметить, как меняется женское лицо. И можно рассмотреть даже целую историю. Сначала выражение лица женщины несколько напряжено. Затем мы видим по выражению лица, как будто она испытывает боль. Волосы немного всклокочены, глаза становятся измученными. Рот приоткрыт, как будто издает стоны. И потом в конце появляется малыш. Было очень много версий этой аллегории, которая находится над захоронением святого Петра. Учеными была выдвинута версия, что Бернини в образе беременной женщины хотел подчеркнуть труд папства в церкви. Кафедра святого Петра высотой 30 метров. В центре бронзовый трон высотой 4 метра. Трон своего рода – это реликварий, внутри которого хранится деревянный трон святого Петра, первого папы римского. Позолоченный алебастровый витраж украшен статуями ангелов, которые играют в облаках. В центре витража изображен голубь, символ Святого Духа. Витраж разделен на 12 секций, чтобы отдать дань уважения 12 апостолам. Слева от бронзового трона находится надгробный памятник папе Павлу III, а справа – Урбану VIII.
Не пропустите. В соборе Святого Петра можно полюбоваться мозаичной копией последней картины Рафаэля «Преображение». Оригинал находится в музеях Ватикана. Дорогие друзья, сегодня я не ставила перед собой цель рассказать вам полностью про собор Святого Петра. Сами понимаете, собор очень большой, и чтобы полностью охватить его, чтобы полностью рассмотреть его, понадобится 2-2,5 часа. Это целая экскурсия. Я же сегодня зашла на мессу, прошлась по собору, сняла для вас небольшое видео, и сейчас уже бегу на работу. Желаю всем вам мира, добра и благополучия. До новых видео, друзья! Gracias.